В этом видео мы хотим поделиться с вами простыми рецептами, которые не потребуют траты денег и сложного приготовления, но дадут неожиданный эффект. Все ингредиенты найдутся в каждом доме, а их приготовление займет всего пару минут. Зачем добавлять соду и уксус в носки? Как работают эти средства? И что поможет вывести даже грибок? Содовые носочки на ночь. Рецепт этого средства максимально прост. Для его приготовления вам понадобится вода, сода, носки и целлофановый пакет или бахилы. Налейте в тазик половину литра воды. Вода должна быть теплой, но не горячей. Перегретый раствор будет тяжело переносить. К тому же он может усиливать кровообращение и поднимать давление. Если вы страдаете варикозным расширением вен, то вода вообще должна быть лишь немного теплой. В воду добавьте столовую ложку соды и тщательно перемешайте. Смочите в этом растворе носки. При варикозе лучше выбрать высокие гольфы, чтобы добиться максимального эффекта. Носки отожмите, чтобы с них не лилась вода, и наденьте. Сверху наденьте пакет или бахилы и еще одни носки, но обязательно шерстяные. Держите такой компресс всю ночь, но если почувствуете дискомфорт, то не терпите и снимите их раньше. Утром ноги нужно обмыть водой и смазать кремом или натуральным маслом для ухода за кожей ног. Содовые носочки обеспечат приток крови к ногам, из-за чего вы почувствуете небольшое покалывание. Щелочной раствор соды проникает через поры кожи в кровь и ощелачивает ее, благодаря этому выводятся кислые шлаки. При каких заболеваниях и состояниях помогают содовые носочки? Они эффективно убирают усталость ног и скованность суставов. Помогут содовые носочки при болях в лодыжках и пальцах. А щелочная среда, которую создает сода, непригодна для развития грибковых заболеваний, поэтому и от этого распространенного заболевания ног они помогут. Но повторять процедуру нужно ежедневно в течение нескольких недель. Уксусные носочки. Альтернативный рецепт – носочки с яблочным уксусом. Особенность этого средства в его мощных антисептических свойствах. Поэтому уксус особенно эффективен в борьбе с грибком. Для приготовления этого средства вам понадобятся бахилы, носки и 6% яблочный уксус. Налейте в каждую бахилу по 2 столовых ложки уксуса, наденьте их на ноги, а сверху наденьте носки. Держите компресс 15 минут, после чего просто ополосните ноги водой и смажьте их кремом. Однако учитывайте, что уксус понижает давление, поэтому гипотоникам нужно применять такой рецепт с осторожностью или разбавлять уксус водой в пропорции 1 к 4. В разбавленном растворе нужно смочить носки, выжать их и надеть на ноги. Сверху завернуть их пакетом и надеть еще одни носки. Держать всю ночь. Такое средство действует достаточно мягко и чудесно справляется с синдромом беспокойных ног и помогает при варикозе. И именно уксус подавляет активность грибка. Утром просто промойте ноги водой и смажьте кремом. Кому эти средства противопоказаны? Здоровье – главное, что у нас есть. Именно поэтому мы создали этот канал и стараемся регулярно делиться полезной информацией с вами. Подпишитесь, и видео о полезных рецептах укрепления здоровья увидит больше людей. Кому эти средства противопоказаны? При всех положительных эффектах соды и уксуса они являются достаточно активными средствами воздействия на кожу. Это важный фактор их применения, но также и причина, по которой некоторым людям сода и уксус могут быть противопоказаны. Во-первых, их нельзя применять на поврежденную кожу, в местах ожогов и ран. Уксус является кислотным веществом и может вызывать раздражение, ожоги или усиление воспалительных процессов на поврежденной коже. Во-вторых, остерегайтесь применения соды и уксуса на чувствительной коже. Эти средства могут вызывать раздражение на коже у людей с особой чувствительностью к кислотам. В-третьих, некоторые люди обладают аллергией на уксус и его компоненты. В отношении соды аллергия встречается реже, но также бывает. Поэтому, если у вас есть аллергия на эти продукты, не рекомендуется применять их на коже. Четвертое противопоказание связано с тем, что уксус и сода может усилить раздражение или сухость кожи у людей
с определенными состояниями кожи, такими как экзема или псориаз. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом перед их использованием на коже. А вы пробовали эти рецепты? Возможно, вам помогли какие-то другие средства? Расскажите о них. Вам понравилось это видео? Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео.